Слушай, сами понять, почему именно такое. Вам нужно пугало. Да, можно ключи к голове, ключам. Да. Вот я вам подсказываю, вам необходимо поменять положение, условия выполнения. Поменяйте другое. Стена есть, пол есть, потолок. Вот зал. Пробуйте что-то делать другое. Я что-то шею не правильно делаю. Нет такого. Нет такого. Всех достаточно руки хорошие, чтобы это сделать. Ну что ж ты поворачиваешь тебя все специально? Сюда я руки. Голову ты поворачиваешь, а не шею. Шею нельзя повернуть. Вы будете что-то предполагать, либо так же останетесь за шею хвататься. Будете делать, что попало. Ну что, ну скажу я вам. Я... Да, нужно, нужно. Да. Вот видите, даже в ее случае с поворотом головы, что придумали? Не ломайте себя, прекратите это делать. Подумайте, что лучше поменять. А? Ты не научишь ее, тебя руки не нужны. Молодец, хорошо. Попросталась. Ну что там? Закрыли. Ага. Ну и давай, ну еще. Закрылись от меня. Так вот, да, видишь, неправильное направление тела будет. Все, давай, давай. Поняла, что неправильно? Давай я его поменяю. Вот стена есть, например. Попробуй стены что-то сделать. Чтобы движение было то же самое. Вот сделай два кувырка. Сразу. Да. Корпи стен. Стоп, корпи всех как? Вот. Все, и пошла. Ну подумай, давай. Итак, вот. Давай. Ну ладно, что делать? У тебя, видишь, направление надо туда. Тебе надо туда, так? Ага. Что-то не так. Согрей. Поняла? Давайте дальше думать. Вот это убрали еще. Почувствовал разницу? Сразу же крем не берешься, сразу же. Ну, давай, подумай, ну. Только что на положение, опорки все. Руки перед собой. Опускай. Это доступно? Если это не доступно, потом ноги-то в каком направлении идут? Вам отпускай, ребят. Доступность и правильность. Все правильно. Правильность по направлению движения ног. Думайте. Стоп. Да, но там надо то же самое действовать в том же положении, только изменить условия. Изменить, например, не горизонтально сделать, а вертикально сделать. Вот подумай как. Пробуй как. Экспериментируй как-нибудь.